В Ханты-Мансийске презентуют раннее творчество Геннадия Райшева. Это период с 1960 по 1980 годы. Именно он стал открытием нового художественного языка и знаковых образов маэстро. В творчестве Райшева этого периода формируется природно-мифологическая основа. Многие произведения связаны с поездками к восточным хантам и обращением к древнему состоянию единства человека и природы, к югорской архаике, сохранившейся в отдаленных от цивилизации местах по рекам Юган и Аган. Особенная ценность у пейзажных работ – они имеют принадлежность к биографической составляющей. Обновление экспозиции приурочено специально к Всероссийской ночи музеев.